Позиции тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна. Они ее не скрывают, они ее декларируют. Максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, для того, чтобы истощить и ослабить Россию. Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной. Преднамеренное разжигание этого конфликта коллективным Западом тоже остается безнаказанным. Ну, действительно, не будете же вы, господа, сами себя наказывать. У нас нет никаких иллюзий, что сегодня вооруженным силам России и ополчением Донецкой и Луганской народных республик противостоят не только неонацистские формирования киевского режима, но и военная машина, как я уже сказал, коллективного Запада. Defending Ukraine's sovereignty and territorial integrity is about much more than standing up for one nation's right to choose its own path, fundamental as that right is. It's also about protecting an international order where no nation can redraw the borders of another by force. If we fail to defend this principle, when the Kremlin is so flagrantly violating it, we send a message to aggressors everywhere that they can ignore it too. We put every country at risk. We open the door to a less secure, a less peaceful world. Secretary General, it's a great privilege.